сейчас мы, чтобы отдать дань своим предкам и поддержать в тяжелую минуту шахтеров Донбасса, так как это наши братья, у нас Кузнецкий угольный бассейн, Донецкий, поддержать их в тяжелую минуту. Омск, как город спортсменов, нам очень близок по духу. И сама цель нашего пробега – это поднятие интереса к спорту у молодежи, техническим видом спорта. Омская область – это тот регион, который славится не только своими спортивными достижениями, но и тем, что проводит большое количество патриотических мероприятий и спортивных мероприятий патриотической направленности. Поэтому этот мотопробег, он прежде всего укрепляет связи между регионами и поднимает патриотический дух населения.